На клумбах показались тюльпаны. В этом году глаз радуют разные сорта. И высокие, и низкие, и пионовидные, и бахромчатые. Специалисты нарочно подбирали тюльпаны, имеющие разную форму бокала. Эти весенние цветы сменили на городских клумбах морозостойкие маргаритки, примулы и виолы. Погода в ближайшие дни ожидается без осадков. Будет тепло, поэтому сочинцам и гостям курорта обязательно стоит прогуляться и оценить плоды трудов городских специалистов по озеленению.